Успей поставить лайк и подписаться на мой канал за 3 секунды, если ты не хочешь, чтобы Домоголовый появился за твоей спиной. Хайо, дорогие друзья, всем огромнейший привет, с вами снова я, Слайк Маст Дарк и наш подписчик Кукис. И у нас сегодня будет очень крутая рубрика на канале «Битва мутантов Брикрикс». Здарова, народ! Ну, короче, да, ребята, сегодня мы не просто так собрались. У нас уже была битва мутантов Сиреноголовых, битва мутантов Светофороголовых. Сегодня, ребята, еще один очень интересный монстр Тревора Хендерсона. Это у нас Хаусхед, или же Домоголовый. Смотрите, ребят, вот его вариация в Брикриксе. Ее, ребята, построил Дарк, эту построечку. Это, ребят, Домоголовый, самый настоящий в Брикрикс. Огромный гигантский монстр Тревора Хендерсона. Вы только сравните размерчики. Это гигантский, огромный, ребят, паук, грубо говоря. Вы видите, сколько лап у него. Длинная-длинная шея сверху. Вот такая вот большая избушка, большой домик. Короче, да, ребята, Домоголовый. Сегодня мы, ребятки, возьмем за основу, либо, возможно, кто-то не будет даже брать это за основу. Просто, ребят, мы будем сегодня делать мутантов Домоголовых. Наша задача сделать такого прикольного Домоголового, взяв за основу его тело, то есть вот эти вот, ребят, паучьи лапы, чтобы удивить других и удивить вас. Сегодня мы попытаемся сделать новые виды Домоголовых. С вас, друзья, конечно же, очень-очень много лайков, потому что, например, на первой серии «Битва мутантов Сиреноголовых» вы, ребят, добрали, кажется, 20 или даже 25 тысяч лайков. Давайте мы, ребята, и на этой серии тоже наберем много-много лайков. Давайте наберем хотя бы 5 тысяч лайков. И, ребята, выйдет еще одна новенькая серия «Битва мутантов в Брикриксе», «Монстров Тревора Хендерсона». И мы, друзья, прямо сейчас же начинаем. С вас также еще подписочки. Да, друзья, не забывайте подписываться на мой канал. Жмите на колокольчик, пишите комментарии, ставьте лайки. Погнали! Ну и мы, ребята, только что сделали наших Домоголовых мутантов. Вот, ребята, посмотрите, что у нас сделал наш подписчик Кукис. Смотрите, да, ребят, такой топовый Домоголовый пожиратель. С глазами по бокам. Прикольненько сделано. Видите, да, ребят, рот самый настоящий пожиратель с зубами. И вот такой, что типа язык какой-то или что-то в этом роде. И внутри, конечно же, лучше не находиться, потому что Домоголовый может тебя переварить. Как видим, вот этого человечка. Он, ребят, взял и переварил. Я, ребята, сделал новый вид Домоголового. Это у нас танкоголовый, или же левиафаноголовый. Смотрите. Получается тело Домоголового Хаусхеда и две огромные башни стального монстра танка Левиафан, танка демона. Я вообще хотел, ребят, три башни сначала приделать, но потом подумал, не думаю, в принципе, ребят, и двух хватит. А то, ребят, смотрите, даже от одного выстрела, точнее, от двойного такого вот выстрела, уже такая жесткая отдача. И может даже, наверное, перевернуть, если сильно много стрелять. Ну и, ребята, Дарк, как всегда, построил огромного мутанта, огромного гигантского глазоголового. Новый вид монстра Тревора Хендерсона, новый вид Домоголового. Огромный-огромный глазоголовый, смотрите. Угу. Огромный, ребята, глаз, у которого рот пожиратель какого-то осьминога гигантского кракена. Ну и в итоге по размерам прям какая-то эволюция получается. У Кукиза вот такой вот маленький Домоголовый. У меня чуть побольше танкоголовый и гигантский глазоголовый. Короче, да, дорогие друзья, вот такие топовые монстры Тревора Хендерсона. Так, давай, Кукис, мы с тобой выстроимся по Дарку, прям вот, по линии. Вот примерно давайте, вот так давайте. Вот. Гоночки давайте. А, еще даже, ребята, ближе. Вот так вот. Вот по колесам, ребята, выстраиваемся. Готовы? На счет три гонки. Раз, два, три! Поехали! Погнали. Нифига себе, Дарк, конечно, быстрый. Так, сейчас, подождите. Друзья, врубаем ускорялочку. Так, Кукис. Эй, Кукис, ты что такой быстрый, а? Сейчас мы, ребят, давайте Кукиса еще и догоним, возможно. Чего вы такие медленные? Офигеть. Давай, танкоголовый, догоняй Кукиса, догоняй. Давай. Ну, ребята, кажется, потихонечку мы его догоняем. Подожди, дай нам закончить гонку. Смотрите, все, ребят, так, Дарк, уйди.
Тихо, ребят, занесло. Так. Ладно. А что с Кукизом? Он в итоге, смотри, от твоей магии просто переломался. Ты это видел? Короче, да, ребят, такие прикольные домоголовые мутанты у нас получились сегодня, ребята, рубрика «Битва мутантов». И давайте мы прямо сейчас же устроим первое испытание. Ну и, ребята, первое испытание, давайте мы сейчас будем ломать небоскребы. Первый такой вот маленький небоскребик, смотрите. Давайте, ребята, дарк своего домоголового, точнее, глазоголового не будет использовать, потому что слишком маленький небоскреб. А вот мы, ребята, с Кукизом как раз попробуем. А что это? Это, ребята, какой-то демогоргон. Да, ребят, смотрите, демогоргон-паук, прикольненько. Так, давайте, дорогие друзья, сейчас попытаемся уничтожить данный небоскреб. Давайте я буду первый. Раз, два, огонь! Видите, ребят, у меня пушки стреляют для Левиафана. Так, все, в принципе. Небоскреб сейчас, ребят, будет уничтожен. Все. Готов. Мне кажется, летят тоже довольно-таки просто. Да, ребят, слишком было просто. Ну, теперь, ребята, Кукиз, давайте посмотрим, что он сейчас сделает. Пока что, ребятки, как-то слабенько. Ближе, давай, Кукиз. Ближе. Подъезжай ближе. Если что, я, ребята, до подстраховки. Смотри, он едет забавно. Да, еле едет. У меня как-то боком едет? Да, у меня тоже. О, все, давайте я, ребята, это сделаю. А то как-то слишком... Автопушку забыл поставить. Автопушки забыл поставить? Ладно, давайте сейчас, ребят, другого испытать своего монстра. Короче, да, ребят, такой вот маленький, легенький небоскребик. И сейчас давайте мы сломаем самый настоящий, полноценный, огромный небоскреб. Ну теперь, ребята, самый настоящий, полноценный небоскреб. Так, давай, Дарк, ты первый будешь. Хочешь, чтобы был первый? Давай, будешь первый. Ну мы только что показали то, что мы, ну, не супер такие мощные. У меня, ребят, хоть и пушки мощные все-таки от Левиафана, но все равно целый, ребята, небоскреб огромный. Так, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, смотрите. Давай, Дарк, поближе, наверное, приближайся. Хорошо. Смотрите, ребят, небоскреб уже рушится. Офигеть. Смотрите, просто. Все, небоскреб минус, считайте. Все, он уже, друзья, там видите, обрушился. Какой-то небоскреб, я что-то не вижу. Уже нету небоскреба. Так, смотрим, ребят, на обломки, на останки небоскреба. А, он уже здесь. О, еще и протаранил, вы это видели. Короче, все, дорогие друзья, был уничтожен полностью небоскреб. Кстати, довольно-таки быстро. Очень, ребята, быстро. Не, глазоголовый, это реально, ребят, какой-то очень мощный новый монстр Тревора Хендерсона. Слишком даже. Он, видите, мощный. Мне кажется, один из самых сильных монстров Тревора будет в игре в Брикриксе. Ну, теперь, дорогие друзья, я. Погнали. Мой танкоголовый Левиафана. Головой стреляем. Ну давай, давай. Есть попадание. Еще есть попадание. Есть пробитие. Огонь, стреляем. Так. Держится. Но, конечно же, ребята, ненадолго. Вы видите, он уже падает, ну, да, падает. Снарядики. Хорошие, конечно, снарядики, смотри. Буквально несколько выстрелов и небоскреб распилили. Ну да, ребят, Левиафан как бы танк-демон, уничтожается до выстрела практически любой танк, но только может каких-нибудь остальных монстров. Только там с нескольких выстрелов по типу КВ-44, КВ-6, Ратты какой-нибудь и другие подобные большие танки. Так, ребят, наш танк-демон уничтожает реально практически все, что угодно. Все-таки лавовые пушки, которые, ребят, разгоняют снаряд просто до нереальной мощи. Плюс магия всевозможная, регенерации, телепорты. Очень сильный монстр-демон, танк. Так, ну и, ребят, да, хоть я, конечно, не так уничтожил жестко, как Дарк это сделал, этот небоскреб. Но главное то, что я его разрушил, да, срушил, он именно, ребят, упал, и, в принципе, дело сделано. Все, смотрите, в итоге что с этим небоскребом. Ну и теперь, дорогие друзья, давайте будет Кукиз, он взял свою исходную версию домоголового, погнали. Давай, Кукиз, покажи, на что ты способен. Ого, мощный, вот это реально, ребят, уже мощный монстр. Так, есть повреждения. Есть еще, смотрите. Да, пытается распилить, пытается, смотрите. Разрушает, знаешь, разрушает что небоскреб. Было бы, если бы заброшенные деревни, дома бы у них ожили, скажем так, оставшиеся заброшенные, пошли больше в город. Получается, ребят, деревенский домик рушит современный небоскреб. В целом довольно-таки прикольно выглядит. Вот еще попадание. Ну, короче, да, ребят, в целом мы с этим испытанием все довольно-таки хорошо справились. Но вот теперь давайте мы, дорогие друзья, устроим мега-эпичное испытание, а именно битвы друг против друга, и выясним уже, кто из нас сильнее. Но мне, ребят, кажется, то, что вам и так уже, скорее всего, понятно, кто сегодня победит. Но мы еще, ребят, обязательно это сейчас проверим. Ну и теперь, ребята, битвы, поехали. Подожди, Дарк, ты чего? Ах ты ж, блин, а! Прям с самого начала начинаешь стрелять! А, ребята,
Меня убили. Все. Теперь в очередь куки закончились. Короче, ребят, рассказываю. У меня башня крайне крепкая. Вот тело, конечно же, не особо, потому что башня как бы механическая. От танка Левиафана. Кукиза ты тоже убил. А вот, ребят, серьезно, тело обычное, как бы органическое, домоголового. Все. Кукиза, ребят, был уничтожен магией и жесткими выстрелами Дарка. Так, ребята, еще до жизни поехали. Обходим Дарка по флангам, пока он нас не видит. Так, быстро. Город интереснее порушит. Огонь! Стреляем, ребята, что? По Дарку. Стреляем. Ах, он заметил нас, черт! Стреляем, друзья, огонь. Офигеть, есть попадание, кстати. Попал? По лапе да. Попал. Ребята, есть по лапе. Кукис, прием, стреляем по лапам. Огонь, по лапам. Есть, друзья, еще попадание. Так, ай-яй-яй, тихо. Поехали, ребята. Хорошо то, что я, ребят, довольно-таки далеко, и Дарк по мне пока что не попадает. Давай, тихо. А, ребят, попал. По шее. Не живите, ребят, шею повредил он. Ладненько, огонь. Стреляем ему, друзья, прям по лапам. А, ты мне лапу, Дарк, поломал. Отлично. Так, регенерация. 3, 2, 1. Все, друзья, отрегенерировали. Стреляем, друзья, по Дарку. Блин, еще, ребята, лагает, кстати. Это, может, какая-то такая вот магия. О, в глаз попал. В глаз. Ай. Смотрите, ребята, аж дым идет. Он сейчас, ребята, время перестает стрелять. Так. Огонь давай, Кукис. У нас пока секунды до есть 10, ребята. Пока Дарк есть стреляет. Главное было в глаз попасть. Теперь, ребят, главная задача вынести ему ноги. О, еще попадание. Давай. Кукис, у нас получится с тобой это сделать. Ребята. Помнишь, что ты недавно сделал? А, что я сделал? Регенерировал. Блин, ребята, он регенерировал, черт. Так, ладно, полный вперед. Ребят, короче, попытаюсь сейчас как можно ближе подобраться и взять его на таран. Точно, хорошая идейка. Давай, полный вперед. Офигеть. Ребята, глазоголовый, это реально уже шутки, как говорится, не шутить. И реально, ребят, видите, сложно его будет нам завалить. Так, Кукис, беги. Кукис сейчас, ребят, просто снесет, мне кажется, с одного залпа. Быстрее, пока он Кукиза не убил. Кукис, отвлекай. Я уже, ребята, близко. Очень близко, стреляем по нему. На, ого. Мощненько, ребят, попали. На, еще попадание. Смотрите, ребята, даже некоторые мои выстрелы способен танковать. О, есть, о, в глаз, прям, ребята, в глаз. Так, есть еще попадание. А, ай, нога, тихо. А, ребята, что делать? А. Слишком, ребят, больно. Так, сейчас попытаемся, ребят, еще Дарку что-нибудь сделать. Стреляем по нему. По ногам ему, что ли, попробуем, давайте. О, есть, навожусь. Друзья, навожусь. Так. Давай, тело. А. Ребята. Ты что, Дарк, регенерируешь? Я тебе что-то все-таки повредил? Регенерирую, а. Да, есть повреждение. Я уже, друзья, все отрегенерировал. Быстро. Так, наводимся. Получай. Ах ты ж. Нет, ребята. Сейчас меня, походу, ждет смерть. Нет. Все. О, еще что-то бомбануло. Походу, друзья, боекомплект в башнях. Вы это видели? Ай, Куки сбоку подъехал. Вижу. Ай, больно. Смотрите, ребята, Куки-то не может так повредить Дарка. Потому что у него не такие мощные выстрелы, как у меня. Кукис. Он Кукиса, смотрите, ребят, просто магию, понимаете, убивает. Своими лагами. Все. Короче, да, ребят. Вот такой вот мега мощный глазоголовый. Крайне сильный монстр Тревора Хендерсона. Ждите, кстати, с ним, ребят, еще новые другие ролики. Не только битву сегодняшнего мутантов. Короче, да, ребята, вот такая у нас сегодня просто мега офигенская серия получилась. Дарк сегодня, ребята, получается, победил. Сделал самого крутого мутанта. Хотя, в принципе, ребят, а почему только сегодня, а? По предыдущих во всех битвах мутантов, битвах построек, битвах прокачек. Он, конечно же, друзья, тоже победил. Во всех практически. Я еще не помню, ребят, ни одной серии, чтобы Дарк хотя бы второе место занял. В общем, да, друзья, с вами, как всегда, были Слайк Маст, Дарк и даже подписчик Кукис. И рубрика «Битва мутантов в Брикриксе». Всем, друзья, пока. Пока, народ.